Итак, вот что получилось. Автогоризонт для летающего крыла типа ВЖИК. В общем, так показать. Стоит акселерометр 7260, который вот он светится. Здесь валяется Arduino Nano. Запитано все от Акума. В общем, принцип какой? Рули автоматом позиционируются так, чтобы крыло было в плоскости горизонта. Соответственно, при отклонении его вверх рули уходят вниз, в результате чего оно само выровняется до горизонтали. Так, хоп. Приходит вниз, соответственно, рули вверх. Перекрение. Все просто. Как бы не снять. Вот и все.